Привет, сегодня мы поиграем в игру под названием When the Past Was Around. Это у нас приключенческая игра о любви. И расскажет она нам историю девушки и ее партнера. Так, новая игра. Сразу приступим. Здесь есть русский язык, это радует. Я не знаю, будут ли они вообще разговаривать. Или как-то общаться здесь. Поэтому, возможно, нам это даже не пригодится. Вот эта самая девушка. Ходит она в какой-то ночнушке. И пришла к непонятной клетке. Рисовка здесь прикольная. Мы освободили этого человека. Что он держит? Это что, твой отец? Или что? Почему он был в заперти? Но, возможно, это тот самый ее партнер? Я не знаю. Что здесь? Закрыто? Тут нужен какой-то ключ. Ого. Коробки. А вот здесь что? Вот здесь ключи висят. Обувь давай уберем. Оба-на, еще ключик. Один ключ с совой, а один ключ с девочкой. Стой, это приносить надо? Фотка какая-то, и там не хватает головы. Закрой. А это ножик. Непонятно для чего. Можно коробки, кстати, вскрыть с помощью ножа. Вот здесь у нас запечатанная коробочка, давай. Блин, переносить надо. Что-то мы там нашли. Какое-то перо. А у него скрипка в руках. О, то есть у него одежда появилась. Он до этого голый ходил. Эй. Куда он нас ведет? Погоди-ка, надо, кстати, проверить звук. Никаких проблем со звуком нет, поэтому пошли. Куда ты нас ведешь? Мне нравится эта игра, прикольно. Здесь что-то нужно сделать. Тут есть цифры. Очень много цифр, если честно. Вряд ли я должен ими воспользоваться. Что это такое? Непонятно. То есть они сами по себе, я сам по себе. А-а-а. Вот оно что. Давай роняем книги. Блин, а зачем? Комбинация 1, 4, 3, 4, 6, 4, 1. Ну нифига себе. Я это что, должен запомнить? 1, 4. А куда это водить-то вообще? Во, давай заведем шкатулку эту. А тут ключ нужен еще в придачу, да? А вот и ключ. Ладно. Вот еще у нас какая-то открывашка. Что это, штопор? Игра такая добрая. Стойка, погоди. Давай посмотрим вот сюда. Или это не то? У других символов никаких нет, да? Но там были цифры, блин. Или есть? Треугольник, сердечко, сердечко. Здесь есть где-нибудь сердечко? А, сердечко это двойка. Блин, это жестко, вы что? Давай вот с этой шкатулкой. Я могу записать? И сюда что-то... А может вот? Ага. Тут не хватает теперь одной детали. Скорее всего. То есть, 1, 4, 3... Блин, 1, 4, 3, 4, 6, 4, 1. Хорошо. 1. То есть решетка, звездочка. 3, это что? Какая-то штука. Потом опять звездочка. 6. Кружочек. 4 опять. То есть звездочка,
И один опять решетка. Ладно, давай. А вот здесь что? Ничего не написано? Или вот здесь? Хорошо. Так, сначала там была решетка, но здесь я никакой решетки не вижу. Блин. В какой форме было? Квадратик. Один. Квадратики здесь есть? Блин, не то. Ну, давай попробуем вот это, например. Потом звездочка. Потом вот это, наверное. Потом звездочка. Потом круг. Потом звездочка. И опять вот это. Да. Хорошо. Сработало. Сможем открыть теперь шкаф. Еще нашли перышко. Зачем мы их ищем? У него что-то, значит, опять должно образоваться. Может, скрипка его сейчас проявится. Голова. То есть ее парень сова. Ну, теперь понятно, почему он сидел в клетке. Но тело-то у него человеческое. Все это странно выходит. Ладно, а как она его целует? Теперь они сидят где-то в другой комнате. Это все, наверное, их воспоминания какие-то. Ящик. Нам нужна монтировка, наверное, чтобы это все вскрыть. Кран какой-то. Там непонятные цифры. Нам нужно, значит, будет помыть. Зачем-то мы все скидываем, хотя здесь мы взяли губку. Вот это мы буяним, конечно. Что-нибудь выпало полезное, нет? Так, здесь не хватает стрелок, я понял. Здесь нужен ключик. Блин, реально такая добрая какая-то игра. Я не знаю. И прикольная в то же время. Вот, мне это надо остановить. Как-то. Стой, если мы отключим? Мне не сработало. А, вот выключатель был. А что, от чего розетка-то вообще? Опа-на, давай помоем губку. Пена. С пеной что-то надо сделать? Нет. Во всяком случае, мы выключили, и все было нормально. Ладно, давай, у нас есть губка, мы можем протереть стекло. 1915. Стрелка. Может, это 19.15 надо выставить на часах, не знаю. Разве здесь была где-то кодовая комбинация? Это не кодовый замок. 1915. А, у нас вещей нет. Да, нет вещей. С этим непонятно, что делать. Вода как вода. Я могу воспользоваться подсказкой, но стой, я еще вот это не трогал. Какие-то крошки мы получили. Может, их можно размочить? Или покормить нашу сову? Странная у вас пара в любом случае. Так а что с этим делать? Вот у нас есть крошки. Хлебные крошки. Сюда мы их явно добавить не можем. Сюда тоже. Может реально его покормить? Кушай. Ага. Ясно. Какое-то письмо. Спасибо, спасибо, добрый воробушек. Ты, наверное, дружишь с этой совой, да? 19.15. Ой, стой, не та стрелка. Я могу тебя схватить? Та-дам. Ой, вот монтировка лежит.
Какая-то она, правда, странная. Ключик. Но загадки здесь достаточно простые, это неплохо. Не приходится страдать или долго думать. Поэтому уровни не успевают тебе надоесть. То есть ты возишься, что-то делаешь, и потом переходишь на другой уровень. У него сейчас проявилась скрипка как раз. Возможно, потом у него одежда поменяется, я не знаю. Сейчас он в какой-то черный. Или может появится какая-нибудь мышь, которую он будет есть. Новый уровень или что? О, братан, зажигай. Что надо делать, лопать? Ну, давай. Вроде ничего сложного. Хотя, возможно, я что-то не так делаю. Ну не, она кайфует. Ее явно доставляет такая музыка. Она аж летает. От таких прекрасных звуков. Возможно, она его за это и полюбила. За прекрасную игру на скрипке. Так. Что бы это могло означать? Интересно. Мы прошли пролог. Соп, он умер? Он умер? Может, это связано с тем, что у него была голова птицы? Долбится в склеп. Ладно. Давай что-нибудь поищем. Мы на кладбище ломаем надгробие. Вообще, это отвратительная ерунда. Зачем они это добавили? Зачем добавили этот уровень? Реквием достижения. Ну вот здесь сразу видно, не хватает одного глаза. Это было заметно в самом начале. И здесь у нас... глаз. Кто бы мог подумать... Блин, надо его так сразу приносить. Открыли. Это опять воспоминания какие-то? Как она нашла его в клетке? Или это действительно происходит внутри склепа? А я могу это вот сюда вставить? Да, вот он. А почему она так нечетко его видит? Она забыла, как он выглядел или что? А, может, голова совы? Из-за того, что она не помнит, как он выглядел? Потому что на всех фотках его лицо закрашено или вырвано. Может, она называла его, типа, совенок? Или как-нибудь так? Она пыталась играть, но у нее ничего не выходило, поэтому она забомбила и разбила скрипку. Но кто-то постоянно играет, или это у нее в голове? Может, у нее в голове рождается мелодия, и она хочет ее сыграть, но у нее не получается? Или я слишком глубоко пытаюсь копать? Стой. Есть еще что-нибудь полезненькое? Ножичек. Это телек. У нас нет кассеты.
Видимо, кассета нужна. Изолента. Книги убрали. О, мы убираемся. Наводим порядок. Опять ключ. Здесь постоянно какие-то ключи. Не. Нет, так не. Убрали комнату. Изолента. Может, склеить получится. А что? Тут же ничего такого нет, да? Я же ничего не пропускаю. Вот оно. Кнопка. Вот играет. Какой кадр мне оставить? Изолента зачем? Что здесь есть еще? С чем можно повзаимодействовать? Вот это, то есть... Я понял. Изолента. Кровать ты разложить не хочешь себе? Не, надо что-то с телевизором, видимо, делать. Но как-то непонятно что. Здесь я ведь ничего не могу взять. Может, надо какую-то последовательность выстроить? То есть сначала это. Первая кнопка. Потом третья кнопка. Потом четвертая. Потом, например, вот это. Стой, первая. Третья. Ой, это не первая, это вторая. Четвертая, пятая получается. А, ну да, вот они. Нажимаются. Все верно. Нужна была только последовательность. Вау, кто-то оставил цветы. И перья совы. Видимо, прекрасно играет ее сосед. Может, именно так она и познакомилась с ним. Ого, здесь нам дают очень много простора. Что с этим делать? Цветы я не могу уронить. Вот эти. Ноты. С этим я повзаимодействовать не могу. Здесь кодовая комбинация, ну разумеется. Куда без нее? Никуда. У него не работает звонок. Как мы должны все это починить? Блин, а вот это что? Я могу зайти домой. А дома-то что появилось нового? Наверное, ничего. Хотя у меня есть изолента. Я только сейчас про нее вспомнил. И можно вот это попробовать склеить. Но это все равно не работает. А что там, опять кнопки нет? И она, наверное, где-нибудь здесь лежит. А, здесь-то необычная комбинация. Я думал, цифровая. А там ноты. Стой, какая была первая? Такая? Или я что-то уже испортил? А последняя какая? Ага. Да, там была кнопка. Откроет, не откроет. Разумеется, открыл.
И все эти прекрасные звуки шли от шкатулки. А сам он сбежал переодеваться скорее. Блин, это какая-то слишком добрая игра. Скорее всего, здесь будет грустный сюжет, и придется в конце плакать. Крути дальше. Вот, мы прошли. Видимо, этот мужчина любил сов. Но почему она не помнит его лица? Главный вопрос. Почему? Как она могла его забыть? Что-то там образовалось. Вот здесь я ручку вижу. Снизу лежит. И опять он. Каждый раз он в заточении. И предлагает что-то новое. Уже скрипку. До этого была музыкальная шкатулка. Погоди, вот здесь ручка. Но опять-таки нужны ключи. Так. С коробками я ничего поделать не могу. Давай потрогаем. Там нет скрипки. Но там была тряпка. Эй, не расслабляйся. Вход только по билетам. Но у нас нет билета, ты козел, блин. Мы можем тебе заплатить. Так, надо запомнить, что здесь какой-то листочек есть. На, бабки. Это деньги. Ладно. Стой, а что здесь еще есть? Птичка. И два символа. С остальным я никак повзаимодействовать не могу. А, стой, два символа. Да блин, погоди. То есть лапка и к какая-то. Лапка и К, да? А, или это Х? Тогда мы первый ряд убираем. Во втором последнюю и среднюю, да? Быстрее. Блин. Лапка и К. Лапка. Я не знаю. Надо еще подумать. Что у тебя здесь есть? Тебе бабки заплатили, блин, а? А вот. Такой значок, но я и так его отмечал. Может, я неправильно понял это? Но последнее как К, но в то же время как и X. Может, вот эти две надо еще взять? Что здесь еще имеется? Так, есть окно. Мы можем зайти внутрь, наверное, да?
Ой, здесь вон знаки. Блин, целая куча этих символов. Во-первых, вот. Во-вторых, вот. Я все это записывать должен или что? Тарелка. Опять нужно искать где-то хлебные крошки. Стой, а эту одну штуку она не достала? Или вот. А тут же три было, или два воробья улетело? Одного можно вот крошками приманить. А один, наверное, на окне на том. Да? Где ничего не было. Здесь где-нибудь. Так. С этим что-то надо делать. Вот это ты можешь взять? Непонятно тогда, зачем это. Может, мне все вот это зарисовать? И потом сравнить с книгой? Но здесь вот какая-то утиная лапа. Такого ведь не было. Стой. Первая и последняя. Выдай мне что-нибудь. Здесь две центральные. Или погоди, то есть, может, вот так вот надо? Оп-оп, нет? Или отмечать вообще все, что есть? И вот эти две тогда тоже, получается, есть. Ну, просто я думаю... Думал. Или отмечать вот эти две... Или по две одинаковых, например, здесь и здесь, да? Но это не сработало. Например, дальше верхнее вот это. Это также не работает. И лапы это две вот эти подряд. Ой. Это также ничего не дает. Ты чего? А, ясно. Что с ней происходит? Она головой, что ли, бьется или что? Блин, вот эта загадка какая-то сложная. Может, от балды попробовать? Странная фигня. Ну давай зайдем внутрь. Надо разобраться вот с этой ерундой. Лапа куриная и К. Лапа. Давай попробуем одно. Либо вот эти игреки, либо вот эти иксы. Надо запомнить. Так. Стой! А в кофе всплыл значок вот этот. Давай попробуем только его. А в чем тогда логика вот этого воробья? Это может для улицы? Лапа и К. Лапа. К. К. То есть все, кроме вот этих двух? Серьезно, настолько все просто? Ладно. А я что-то сложное выдумываю, в то время как все достаточно легко решается. Да.
Опять инструментал его. Тебя завораживает, она аж летит. На эти звуки. Настолько они ее впечатляют. Так, девочка какая-то в инвалидном кресле. И другие больные. Мир вокруг меняется. В общем, она влюбилась. И она чихнула. Ты что, настолько добрый? Пёрышко. Странно. Сохранение прошло. Это хорошо. Значит, на этом можно закончить. Погоди, ну ты чё? Новый какой-то элемент открылся. То есть мы каждый раз появляемся здесь? Она потихонечку все вспоминает. Там была шкатулка, здесь его шарф. Сейчас он будет предлагать что-то новое. Свой блокнот. С песнями, наверное. Погоди, нет, мы на этом закончим, а продолжать дальше будем уже в следующий раз. Игра прикольная, мне она понравилась, я об этом сразу сказал. Поэтому обязательно пройду ее до конца. Ладно, пока.